Я не уверен, то, что тема, вот вся эта, там, условно говоря, тема, связанная с борьбой там, с нетрадиционными сексуальными отношениями, она является, в общем-то, наиболее важной на текущий политический момент. Мне кажется, есть просто более несколько значимые темы. Тем не менее, то, что касается конкретно вопросов, связанных с усыновлением детей однополыми парами, я в данном случае Госдуму скорее поддерживаю, потому что, в общем-то, есть даже научные различные свидетельства о том, что воспитание детей в однополых семьях приводит к достаточно тяжелым для них психологическим травмам и негативно влияет на их развитие. Что же касается законопроекта о запрете пропаганды вот всех этих нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, тут, на мой взгляд, большие вообще вопросы к тому, каким образом он будет исполняться, если честно, что именно понимается под нетрадиционными сексуальными отношениями, потому что сегодня под ними понимается одно, завтра под ними понимается совершенно другое, никаким образом это в законодательстве конкретно не сформулировано. И, честно говоря, на мой взгляд, законы должны приниматься несколько более конкретные и понятные с точки зрения их реализации. Я понимаю прекрасно о том, что этот закон поддерживается большинством российских граждан, просто потому что это показывают все абсолютно социологические исследования. Тем не менее, как я уже сказал, законы, на мой взгляд, должны быть все-таки более конкретными.